Уже в 11-й раз Одинцово принимает турнир сильнейших раперистов-юниоров. Это всероссийское соревнование, в котором участвуют спортсмены, показывающие наивысший результат в своих регионах. Безусловными лидерами в рапере остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Уфа, Башкортостан, Курчатов. Одинцовский район на правах принимающей стороны выставил 15 спортсменов. От Одинцово 15 спортсменов. То есть по количеству хозяева имеет большое количество представлять. 15 человек – это по количеству хороший уровень. Вот, по качеству вчера я доволен тем, что у нас молодой спортсмен 2003 года Степан Мартынович. Он вошел в 16 лучших, проиграл 2 укола, потом же вел и в борьбе более опытному спортсмену из Курчатова за вход в восьмерку. Ну, результат попасть в 16 лучших, там больше не было такого возраста ребят. То есть это хороший результат, это перспектива на будущее. Еще у нас здесь выступает Лохин Дмитрий, тоже молодое поколение, ребятам еще 15-16 лет. Юшкевич, Сава и много других ребят молодых, которые эти соревнования в первую очередь нужны для того, чтобы получить опыт. Всероссийский турнир памятный. Он носит имя директора Одинцовской школы фехтования Елены Володиной, которая немало сделала для развития этого вида спорта. Еще юношей на соревнованиях в Одинцовской дюшор фехтовал будущий старший тренер юниорской сборной Вячеслав Поздняков. Сегодня наставник оценивает работу ребят на дорожках, сильнейшим из которых предстоит выступить на чемпионате Европы. Весь костяк. Да, я как старший тренер просматриваю всех ребят, но с ребятами, естественно, знаком те, кто уже в прошлом году выступал на международных турнирах, да, и кто отобрался на первенство Европы, на первенство мира. То есть определенный костяк ребят, которые себя уже показали. Вот. Ну и, естественно, есть еще ребята молодые, которые рвутся в сборную. По итогам 2 дней соревнований наилучший результат показал Владислав Мыльников из Курска. Раперист одержал победу над Антоном Бородачевым в субботу, а затем в воскресенье закрепил успех уверенным поединком с петербуржцем Антоном Карабиным. Призерами всероссийского турнира также стали Даниил Федоров и Велька Чук. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».